Все, началось. И вы видели, что у меня там изменилась иконка на... Когда я, короче, на Ютубе, да? И я себе покажу, как я ее сделал. Вот. Программа, вот, полис называется, фото... Фото... Респика... Фотосис... Респика... Сейчас буду делать снова за это. Сохранить. Вот, иди сюда, покажу тебе, чтоб ты тоже знал. Ой, куда? Все неправильно сделал, все начнем монтажировать. Добавить я нажимал. И вот это вырезал там, добавлял там, рассыял. Все покажу, как я это делал. Так. Так, галочку. А теперь наклеек. Короче, все. Ставим сюда же. У меня оно тут. Блин. Я не могу уменьшить. Че, уменьшил? Ну, короче, вы себя поняли. Граффити. Магия. Магия — это у нас вот это. Можно делать вот это. И менять цвета. И просто есть линия, которую тоже можно рисовать. Есть вот такое. Ой, есть вот такое сейчас пока. Короче, они еще должны догрузиться долго. О, все. Вот таким будет рисовать. Вот таким. Вот таким. Короче, это еще надо взять, пока загрузится. Отменить изменения. И мозаик. Ну, вы знаете, что это мозаик. Сделаем вот так, то оно мини... Честно, в стиле Майнкрафта оно даже не поменяется. Не меняется, да, вот? Да. В стиле Майнкрафта, потому что это и есть Майнкрафт. Только чуть-чуть добавляется, и все. Чуть-чуть. Вот, чуть-чуть изменилось. Чуть-чуть прям. И есть еще вот такой мозаик. Это вот это. А, вот это Pro. Если там написано Pro, то это платное. За донат. Ой, и зачем? Нет, я не туда, стена за отменить изменения. Ой, я вообще не туда рисую, я не туда. Я... Короче, еще можно делать класс, это из нескольких фоток. Я сделаю это. Ой, это не надо. Так, блин, удалю. Вот это у меня для следующего ролика будет. Смотрите, как можно сделать вот такой вид класса. Смотрите, как-то... Так, фильтр, вертикаль, горизонт. Ой, сейчас вот так можно менять. Только мы это не будем менять. Так, тут можно текст добавить, добавить еще фотку. И самое главное — это макет. Вот можно сделать вот таким, вот таким, вот таким, вот таким, вот таким, вот таким. Даже вот таким, если захочешь. Вот такой, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Такой, такой, такой. Такой макет, какой захотите, сделайте. И тут еще есть одна вещь. Это камера. Это вы все. Это вы, короче, сфоткаете. Да. И можно изменить, короче, это как фильтр. Фильтр — это вот такое. Вот такое, вот такое, вот такое. Цвета. Короче, вы все поняли. С вами был я, Данил. Всем пока-пока.